Ее строили всем миром. Камень за камнем передавали по цепочке от ближайшего кирпичного завода. Церковь Рождества Богородицы была сооружена в селе Понуровка Стародубского района в 1778 году. На средства помещиков Миколашевских, от которых здесь сохранилось еще и здание больницы. Много лет храм Рождества Богородицы был местным центром православия. Но с приходом советской власти верить полагалось только в светлое будущее. А потом стало гонение на православных христиан, чтобы не молились ни. Ну и старушки у нас как собирались. Вот, допустим, у меня домик, ко мне приходит, и то надо было ходить ночи огородом, и что мне, дай бог, никто не знал, что мы ходим, молимся. Церковь была заброшена, все, что можно, разворовано. Когда-то здесь был даже зерносклад. Постепенно здание стало разрушаться. Попытки восстановить храм предпринимались еще в 90-е годы, но тогда не хватило средств. А несколько лет назад решение о реконструкции церкви было принято на областном уровне. Вице-губернатор Александр Касацкий, будучи еще главой Стародубского района, пообещал верующим вернуть святыню. На сегодняшний день он же и курирует, можно сказать, Александр Иванович. В основном, конечно, средства на храм внебюджетные. Вот. Насколько я знаю, Александр Иванович тоже непосредственно свой вклад вносит личным заработком. Мы здесь по возможности тоже собираемся, оказываем какую-то помощь, вот спонсорскую помощь, выходим на руководителей организаций, предприятий, фермерских наших хозяйств. Сейчас ремонтные работы идут на третьем ярусе церкви. Строители сделали новую крышу, залатали дыры в стенах. Теперь готовят здание под покраску. До конца года в церкви появятся еще и окна. Но главный шаг на пути к восстановлению храма Рождества Богородицы был сделан, когда состоялась церемония освящения и установки креста. Это событие собрало у храма многих жителей Понуровки. Символ православия был выполнен по специальному заказу в Волгодонске. Там же были изготовлены барабан и навершие. Процесс установки креста занял у специалистов практически целый день. Для этого из Брянска приехал кран, стрела которого раскладывается почти на 40 метров. Первым делом был установлен барабан с навершием, а уже после ввысь взмыл освященный крест. Рады, довольны и Господа Бога молим, хоть бы нам попало хоть разок помолиться в этой церкви, дождаться. Сегодня здесь происходит восстановление купола в православном храме. Вы такое впервые раз видите? Впервые. Событие такое не только для поселения Понуровска, для всего района, можно сказать. Очень важное, потому что, прежде всего, вот, стены как бы уже сделаны, ставится крест, это есть сила. Люди уже видят не только красоту, люди видят и силу, что действительно этот храм восстанавливается. Я думаю, что с помощью Божией люди будут ходить в этот святой храм. Мелкий дождь, пролившийся над Понуровкой во время церемонии установки креста, люди назвали хорошим знаком. После реконструкции сюда смогут прийти помолиться не только жители Понуровки, но и окрестных деревень. А это около 2000 человек. Легкость такая вот. И хочется плакать больше. Чтобы уже быстрее хоть это самое восстановили. Елена Смирнова, Евгений Седачев. События. Стародубский район.